Идет война, и вещи надо называть своими именами. Самая настоящая война. Берутся люди в заложники, сжигаются дома, взрываются мосты, угоняется скот, и каждый день гибнут люди, умирают люди, льется кровь. Почему нельзя прекратить это кровопролитие? В нашей стране льется кровь, и никто ничего не может сделать. Я был недавно в Лачине и познакомился с семьей, где осталось 7 душ детей. Отца и старшего сына убили, и после убийства выкололи глаза.